кофе, брат. Я Саски. Йоу, приходите на концерт Маушева и Пятерки в вашем городе. Ссылка в описании. Если прям полная хуйня, у меня новое правило. За каждое прям вот ебанину какую-то, которая там даже нет юмора, блять. Вот за каждую такую хуйню я буду деньги вычитать. И еще сейчас, подождите, самое последнее приготовление. Как там было у Саски нарезки в последний раз? Куда я ставил таймер? Куда я что ставил? Ну, поехали, все. Если я смеюсь, даю вам денег. Это даже не считается за видео. Даже не понял, где тут смеяться, что это? Я цыган, мне 28 лет, и я не женат. По цыганским меркам я старый дев. И ты цыганом себя называешь? Бери пример с меня. Тебе русский. Я цыган, и я ни разу никого не обманул после 25 лет. Я цыган, и я не умею гипнотизировать людей. Если бы он не умел, то я бы скипнул бы это видео гораздо раньше, как бы. Почему? Это хорошее. Видел. Если видел, то, наверное, просто ничего не делаем. Я это видел. Тридцать секунд. Мое море. Сначала это была полная хуйня, но когда там показали щелкуна и бензопилу, вот это, бля, это было... Думаешь, мы можем посмотреть друг другу в глаза? Секунд так на 10. Какие у тебя красивые глаза. Невероятные. И очень чистые лица. Миру так повезло, что ты есть тут. Ну, уже все. Ладно, все. Продолжай. Бу! Испугался? Не бойся, я друг. Я твою маму ебал. Твой рот ебал. Все твое родное еб... Черт, блин. Это овенок? Блин, какой прикольный овенок. Mi primera chamba, mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié.
your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control... Вычти, просто вычти за это. Гляньте, как она хочет кушать! О! Глянь! Почему они все любят вот эту вот воду? Вот почему они так любят это делать? Когда моему сыну было около 6 месяцев, он насрал себе в рот. Если честно, я бы за это вычел, это полная хуйня. Близко было, бля, близко было. Что не так на фото? Отсутствие локомотива у состава, этот же состав не имеет. Что за ебло это рисовал? Нет людей на рельсах! Наш сын разбил телевизор за 400 тысяч. Мы расстроились на секунду. Ругали сына. Издали сына, типа? Нет. Потому что подумали, слава богу, это все. Да бля. Бля, это было, но это так смешно. Вот этого унесло вообще мощно. Да блядь! Я забыл на секунду! Я на секунду забыл, блядь! Да блядь, ну его просто унесло, ебанута! Это хорошее видео! Блядь! Это хорошее, не стыдно. Мне не стыдно. Записывая его, сколько он получает? 1525 рублей получает Артём. Счетчик обнуляется до 500 рублей. И мы идем дальше. Все, поехали. Happy New Year! Я цыган, и я не ворую детей. Я цыган, и я не продаю порошок. Я цыган, и у меня 3 образования. Я цыган, и я не умею гадать. Получается, богатый муж тебя ждет. 15 гривен. Неудобно на карту скинуть, либо наличкой. Я цыган, и меня раздражает цыганский менталитет. Я цыган, и я ни разу никого не обманул. Я цыган, и я не барыга. Я только что заметил в его словах план победы. Мы не должны вот это вот, всю эту военную технику, все это тратить. Просто берем всех цыган, переселяем в Киев и ждем неделю. Все. Вот зачем все остальное, если мы можем вот так вот, типа, именно подкинуть им цыган, да? See, told you. No. You gotta stab it hard.
Oh, you got one. Yes. You got two. Ready? Ooh. Ready? Can you do this one? That was good, buddy. Я видел, как там еще боком заглядывают. Как это делают? Как это делают? Вообще девочек. Странно, он же Человек-паук. Всем привет! Это Татор, как быть bad girl. Первое, это вы всегда, когда заканчиваете фразу, всегда говорите или же можно так. У меня 6 лиц и 21 глаз, но я не могу видеть. Кто я? С точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум критически мотивирующий фразу. Я не уверен, но я попробую. Картошка. Да убей. Я видел это видео, пиздец, оно смешное. И еще у меня либо какая-то зацикленная версия была, либо когда в первый раз смотришь, ты думаешь, что это пиздец долго происходит. Это на самом деле происходит типа секунду или две. Но вот в первый раз, когда я смотрел, я думал, пиздец, она там вечность, нахуй. О нет. Блять, мне с этих видео смешно. Блять, бабка, блять, бабка! What are you doing on the counter? Winston! You know you're not supposed to be up there. Как говорил Уинстон Черчилль, то что кто не был. Я, наверное, сейчас так напишу, что он говорил совершенно как-то по-другому. Но он говорил то, что тот, кто не был молод, тот не был либералом. Или как... Что-то он типа того говорил. Короче, он говорил о том, что либеральные взгляды — это на самом деле признак... Или он не про либеральные взгляды говорил, а про демократию. Или он говорил про демократию. Короче, хуй с ним. Сильно, сильно, сильно. Elevator service, please exit the left side of the train onto the center platform. Change. Elevator service, please exit the left side of the train onto the center platform. Change. Я подписан на него, блин. Тут ничего не прибавляй, я все его видео видел. Блин, просто оху... О, то, что у него теленок, не, я не видел. Не, ладно, давай за это, давай, тут прям нарезка сочная. Нихуя, что там за ПТР, да? Вот так мы учим стих, да, Гриш? Угу. Гриша, ты стих учишь? Аварийный выход на высоте 30 тысяч футов. Иллюзия безопасности. Там, пожалуй. Тебя бы знали, нахуй, он хайпит. Он уже вышел, он вышел из нашей аудитории. Смирно встал, блядь, все, блядь, игры закончились. Смешной так, кстати.
Бля, я уже, у меня уже стратка, бля. Главное просто не дышать. Когда смешно, просто нельзя дышать и все. Почему девушку обманул мошенник на 100 тысяч рублей? Я это просто до конца в голове держал. Нет, блядь, нет, опять. А, так был, так было. Еще раз мне позвонишь, когда я буду срать, я тебя заблокирую ВКонтакте. Я выбирал лазурит. Это откуда у вас это видео? Я что-то не очень понял. Это откуда у вас это видео? Суть. Ой-ой-ой. Yes! That's what I'm talking about! Смотрите, я взял себе каких-то грибов кислотных и кварц я взял. Ой, ты кто? Ой, блядь! Ты злой! О! Буду свою лапку, короче. Ну да, надо повтор, потому что, может, вы не поняли, на что произошло. Этот повар всех достал. Он долго не хотел вставать со стула и идти работать, и никто не понимал, почему. Да не, сегодня хорошие. I just want to be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Тут не хватило добивной какой-то, тут хорошее. Вот решил я похавать нормально лапшу, вот эту вот. Вот хаваю, вот уже заварил хаваю. И вот вижу, то что это торчит. Так отберу, вытаскиваю. А тут вот эта фигня.
Я в переписке с девушкой дружелюбной и общительной. В жизни помогите! Со мной села одна. Я даже не посмотрел на нее. Я хоть и девочка, но могу и сама заговорить с парнем. У нас недавно была репетиция, и выбрали меня на вальсе, и типа мне сказали танцевать с девочкой, поставшей меня на один класс, но по возрасту мы одинаковые. Короче, я в жизни не танцевал, и когда я держал ее руки, я... От стресса чуть не умер в этом месте. Концовка нихуя. Alexei Reyes, right? That's the, this is the way it's pronounced, but I was correct. So, it got so quiet in here. How did I... I'm Haley Griffith. I'm 5'6", and I'm with... On a couple of different videos, and I just want to see what's up. Бля, замедленная добила, бля, я уже все знал, но он ебал замедленно. Ой, бля. Ой, вот это, бля, сука, хорошая с машиной, вообще ебанутая. Вот это, бля, все с машиной. Ой, хорошо. Она сбоку еще появилась, я ее ждал оттуда, откуда-то, блядь. Записывай его, сколько там ему? 2475 вот этому Чебоксару. Come. Так, ну что, давайте посмотрим, что это. По идее, это должна быть какая-то страшилка. Я, конечно, по своему обыкновению страшилок не боюсь. Всегда. Да, то есть, трудно быть игре такой, чтобы она меня смогла напугать. Потому что, ну, вы знаете. Я, как бы, человек, который многое повидал, как бы, ну, трусом я уж точно не являюсь. Это реально страшно, иди нахуй! Каким-то, знаете, боязливым. Поэтому, ну, не думаю, что эта игра прям сможет меня напугать, но посмотрим. Аварийный выход на высоте 30 тысяч фунтов. Ну я ж подписан на него, я шарю. Блин, я только допёр, что это стрим. Я доверяю своему сыну. А, я видел. Я доверяю своему сыну. Я доверяю своему сыну. Доверяю сыну.
вы все видите обувь, вы все видите деньги. Мой друг внизу, посмотрите на носки, мой друг внизу. Действительно крутой парень занимается этим делом. Этот парень разорен, этот парень сломлен, этот парень не в теме. Вы видите обувь, дружище? Вы видите деньги, ты разоренный парень? Я не понял нихуя. Да пошел ты нахуй, конченый! Ну чё, городские? Хотел красиво уронить. Пиздец. Мощная ответка. Ну как, вам все понравилось? Шикарный кофе. Передайте комплимент бариста. Ты красивый. Иди нахуй сюда, сиськастый, блядь. Я видел, блядь. Чё, плохо слышишь меня, толстый, блядь? Иди нахуй, говорю, толстый, сука. Иди отсюда нахуй. Понял? Кто Они ты по жизни? Интересно, внезапно поменялись. Жизни. Ты лох. Стоит задуматься. Мы Что такое бабл ти и почему чай с шариками сейчас так популярен? Бабл ти или боба-чай это не обычный напиток. Хорошо. Как я в школе охуенно жрал горох, кстати. Вот это я не помнил, но мне всегда давали еще горошка чуть-чуть. Охуенно было. Напоследок так навернуть. И потом сидеть в классе давать газу. Это полное. Ребята, я считаю, что надо вычесть отсюда 25 рублей. Его так никто и не понял. Ikan hiu makan paku dirgahayu Indonesia. Мне кажется, это какие-то нетрадиционные ценности. Бам-бам, бам, бам. У меня бабушка вот такие кидает на начало топовое. О, бля. Ну почему животные срут? Я бы завел бы себе кого-то. Бля, как же охуенно его.
Вычить. Ебать, круто. Вот это я в 11 лет. Угу. Смахни вправо, это буду я в 13 лет. Почему он бежит в обратном направлении? Потому что бег вероятнее всего не по кругу, а вперед-назад. Также он бежит быстрее остальных. Потому что он не... Raccoon ever tried Dorito. Hold on, bro, you good? Damn, he about to sneeze. I'm out of here. Hold on. He about to sneeze. He about to sneeze. He about to sneeze. Его вставила. I'm Mr. Beat. I beat people off. Mr. Bucci? Mr. Bucci. What? Stupid toilet want to kill me. А ты сам-то кто, мил человек, будешь? Обоснуй. Я певец Фил Круг. Исполняю свою песню. Да слыхали кое-что. А сам-то где чалился, браток? И где? Да ты чё, Клейро? Поёшь о том, чего знать не знаешь. Ну давай. Чё ты менжуешься? Подзалупай творог. Ой. Собрался, ребята. Подзалупай творог, собрался, ребята. Медуза распустилась совсем. Почему мальчик слева ничего не предпринимает? На этом изображении таится очень глубокий и философский смысл. Мальчик смотрит горькой правде в глаза, понимая, что обретает свободу. Потому что он лиси плаки плаки. Lifting that much weight will for sure transform your body. Pollo, ¿usted qué salta? Next time use this. You know. It's okay, next time. Win, zack, zack. Oh, fuck. Yeah, thanks, buddy. Oh, fuck, bro. Какая-то полная. Почему он просто не поставит лестницу? Угу. Смысл изображения, вероятно, в том, что человек окружен решениями и лестницами, но не использует их должен... Потому что он долбоёб конченый. Форте птей бортат, лапте асолу факт. Ну что, поиграем? Зомби, зомби, зомби. Pumpkin, 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 pumpkin. Нет. Нет. Speed. 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 А, спидер. Спидер. У Саши минус зарплата на 3 месяца. И
я уже ничего не жду особенного. Нахуй. Где было, блять? Давайте, блять, замедленную видеофиксацию, на. Где было, блять? Где было? Пруф. 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 Пруф, где было? Пруф, где было? Пруф. Где-то я шмыгнул носом, блять. Помните, вы мне говорили, что я вегетарианка? Да. Когда вы каннибал? Где хуасан, да? Адам Джемимин, я не кушаю людей. Вы же постоянно кушаете коней. А, типа каннибал? Не только я каннибал. Я верблюди бал, говядина бал, баранина бал, шашлыки бал. Все бал, пойдем работаем. Че ты? Вегетарианка. But it was not your fault, but mine. And it was your heart on the line. Fortnite balls, I'm gay, I like boys, I kidnap autistic kids, little Moses. Ну, само падение, кстати, не такое смешное, как спойлер. Ready, Simon? Okay. Ready, Theodore? Okay. Alvin? Блядь, я хочу быть Пидиди. Недавно увидела статью. Я вам хотел это показать. Мадагаскарскую птицу, которая несет яйца, но вынашивает их в сумке. Это типа правда было. Это типа правда было. Специальные кожаные мешочки на животе. Если птенцов больше двух, сумка отрастает еще и на спине.
Да, блядь, я вспомнил историю, как я с Соней и с ее родителями ходил в лес. Это правда, блядь. Ее все родители нормально, там грибы что-то. Я вот это хуя, блядь. Но мне нельзя было показывать, потому что, ну, я же избранник. Ой, блядь. Просто про меня прям вообще пи***ц. Это полный 3-2-2, вот это даже смешнее было, ну просто тут я как-то себя так увидел, нахуй, охуенно. Ай, за свою хуйню, блядь, забирай, как я, Матвей, блядь, Петров, 3000 там с чем-то, блядь. Полная хуйня, вообще, минус 25, блядь. Залупа. Я надеялся на его хотя бы трахать. Решила с ребенком поиграть в прятки. Вычесть. За один вин вычесть. Но было смешно. Это видео хорошее. Я управляющий, и я считаю, что можно продать 500 чашек кофе за один день. Я маркетолог, и я считаю, что можно продать 700 чашек кофе за день. Я бариста, я считаю, что они... Прикольно прыгнул, парась! Прикольно прыгнул, парась! Ну что, сегодня крыса будет наказана? Вот, вот, вот это вот, вот это, вот это. На, бля. О, бля, ну все, тебе пизда. Ну что, сегодня крыса будет наказана? Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я пронулся языком до... Было. Сам-самыч. Если бы вы могли вернуть одну вещь из прошлого, которую больше не производят, что бы это было? Записи Николы Теслы, который изобрел вечный двигатель, а потом... Мороженое бомбари с обезьяшкой! Это за... Это прям за... Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. У мальчиков есть то, чего нет у девочек. А, что, правда? Если ты будешь постоянно сидеть на столе, чемодан, вокзал, нахуй!
Дубайский шоколад, не надо из нас делать дурачков. Пожалуйста. Не надо делать вид, что ты шоколад. Шоколадов тебе только верхний тоненький слой и нижний. А вот это мое тесто, хрустящее, зеленое, вообще не нравится. Все, кто тебя пробовал, такое лицо у всех, им не нравится. Хорошо придумали куски теста продавать в маленьком количестве шоколада. Отказываемся от дубайского шоколада. Ладно. I know how I've got myself in this position, but it's not good. Ладно. Нормальный такой. Бля, прикинь, реально ребенок листает на. Это полная предыдущая. Интересный пранк. Я ж через экран завоняла. Да я понял, все, я уже понял. Это правда, это правда, это просто правда. Дальше не смотреть. Все, типа? Сейчас. Типа вообще не смотреть? Все? Это все проверенные видосы? Все? Не, блин, давайте, но честно сказать, в прошлый раз вот прям хуйня. Здесь 2650 еще осталось. Ну, нормально. Ну, в прошлый раз реально прям хуёво было. Тут почти все смешные были. Почти все смешно. Ну, блин, вот прям хуйни, которую кидали, типа, где нету даже юмористической структуры, ну, тогда это хуйня.